Так бывает. Живешь изо дня в день, и вроде все привычно, обычно, и вдруг происходит какое-то событие, встреча, и все меняется в один миг. Количество перерастает в качество, наступает момент активации. На днях со мной произошло такое событие. Я общался с человеком, который занимается определением предназначения других людей. И он сказал, что моя уникальность заключается в умении вдохновлять и объединять других людей. Здорово. Казалось бы, я об этом уже не один раз слышал и читал, но именно эта встреча и именно эта информация стала моментом активации, уникальности для реализации во мне. Я задал себе вопрос, что делать, как я могу это прямо сейчас начать осуществлять, как я могу начать вдохновлять, как я могу начать объединять. И я решил снимать вот такие видео, рассказывая о тех ситуациях и событиях, которые происходят в моей жизни. Я подумал, что человек посмотрит, увидит вдруг ситуацию, подобную своей в жизни, и найдет из нее выход. Или он посмотрит, вдохновится и пойдет и что-то сделает в своей жизни. Или он посмотрит, вдохновится и хотя бы задаст себе вопрос, вообще, кто я и зачем живу в этой жизни? И вообще, так ли я живу, как хочу? Вот так я решил реализовывать свою уникальность. Теперь вопрос к вам. А вы уже нашли свою уникальность или еще в процессе? Если в процессе, то я могу вам рассказать о том, как я изначально начинал искать свою уникальность. В какой-то момент я вдруг понял, что я делаю что-то не то, что-то мне не нравится, что я делаю в жизни. И я задал вопрос миру. Я попросил мир о том, чтобы он мне подсказал и показал, в чем мой талант, который мне дан для того, чтобы я через него реализовывался в этой жизни. И стали приходить различные знаки, стали приходить какие-то, я начал обращать внимание на какие-то там надписи, приходили люди и начинали мне конкретно говорить: Саша, ты вот такой-то, 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 такой-то. Поэтому техника простая, как найти свою уникальность. Задайте вопрос и отпустите его во внешний мир. А затем просто наблюдайте те знаки и те ответы, которые будут к вам приходить. Затем, как определить, ваше это или не ваше. Вот вы решили, о, вот это точно я могу делать, или о, вот это я буду делать. Да? Спросите свое тело. Тело всегда знает правду. Тело всегда знает истинный ответ. Когда это ваше, то в теле возникает такая, жизнь начинает возникать. Начинает возникать такое какое-то сразу движение, бурление. Могут мурашки по телу начать идти. Начинается такое подниматься желание активности. Все, прям вот сейчас надо бежать, и это сразу быстро делать. Если все это начало с вами происходить, то значит это именно то, что нужно вам делать. Задавайте вопросы миру, слушайте себя, спрашивайте свое тело и реализуйте свой уникальный дар, который вам дан в этой жизни, для того, чтобы через него отдавать себя миру.